Уважаемые телезрители, приветствую вас. Сегодня мы встречаемся за чашечкой чая. И наша встреча сегодня будет такой же теплой, как этот чай, и такой же уютной, как это кафе. Сейчас осень, и для кого-то это прекрасная пора, а кому-то все вокруг кажется серым и унылым. Ну, вообще, конечно, осень – замечательное время года, и считается, что летом мы отдыхаем телом, а осенью – душой. Один известный классик вообще сказал, что осень – самая последняя и восхитительная улыбка года. От себя добавлю, чтобы эта улыбка сохранилась с вами надолго, создайте уют вокруг себя. Начните со своего дома. Сеть магазинов «Аквадом» уже не первый год дарит тепло своим клиентам и предлагает самые проверенные технологии и оборудование. Здесь представлен большой ассортимент котельного оборудования как для частных домов, так и промышленных объектов и помещений. Хорошая отопительная система в доме – один из важнейших факторов комфорта. В основе создания такой системы лежит выбор котла. Ключевым их отличием является потребляемое топливо. В этом сезоне особой популярностью пользуется котел «Зотобокс». Самый компактный твердотопливный котел. Работает на угле, дровах, электричестве. Очень удобный для небольших помещений. Котел полуавтомат «Зотомагна». Конструктивная особенность этого котла – автоматика, позволяющая точно контролировать и максимально долго продерживать процесс горения. Это до 12 часов. Для частных домов и квартир оптимальным будет выбор конвекторов, тепловых пушек, завес, а также теплых полов. Самым популярным продаваемым на сегодняшний день является конвектор БУ «Энза 1 кВт». К преимуществам данного конвектора относится итальянский дизайн, монолитный нагревательный элемент нового поколения, инновационная система равномерной конвекции, также гарантия на данный конвектор 3 года. В преддверии отопительного сезона в магазинах компании «Аквадом» действует акция по снижению цен на конвекторы, тепловые пушки и завесы. Выбирая котельное оборудование в компании «Аквадом», вы получаете качественный сертифицированный товар, а также гарантию не только тепла и комфорта в доме, но и безопасности всех его обитателей. Известный сатирик Михаил Жванецкий однажды пошутил: «Выключили электричество, и в городе воцарилась тишина. Оказывается, звуки исходят не от людей, они уже давным-давно молчат». Согласитесь, очень тонкая мысль. А вот уже шутка от КВНщиков. Как правило, фразу «Да чего там, я и сам эту розетку починю» для 80% мужчин заканчивается в ожоговом отделении. Ну, в общем, что ни говори, электричество – вещь серьезная. В быту и строительстве важная составляющая – электротехнические товары. Их большой ассортимент по среднерыночной цене вы всегда найдете в магазине «Мастер». Реле контроля напряжения незаменимы для тех, кто регулярно сталкивается в быту с его скачками. Вся автоматика производства Франции, Белоруссии. Есть и качественный Китай, на работу которого в магазине дают гарантию. Щиты есть герметичные, есть негерметичные для установки на улице, для установки внутри помещений. Есть пластиковые, встраиваемые, есть пластиковые накладные, размеры разные, от 6 модулей и до 36, до самых больших. В магазине большой ассортимент светодиодных светильников. Легки не только по весу, но и в эксплуатации. Приятно порадуются ассортименту приверженцы традиционных ламповых стеклянных светильников, как для освещения дома внутри, так и снаружи. Подсветки для фасадов зданий, садовых тропинок и аллей, светонакопительные модели придутся по вкусу ценителям новейших технологий. А уж если вы работаете в условиях отсутствия освещения, то вам и вовсе в этот магазин. Популярностью пользуются такие фонарики налобные, довольно-таки ярко светят, регулируется луч, больше-меньше, либо бьет лучом, либо рассеянно. Водонагреватели из нержавеющей стали фирмы «Аристон», насосные станции, составляющие для внутренних и наружных канализаций, инженерная сантехника всех видов, метопол, пропилен, нержавейка. Ваш быт будет устроен, любой ремонт станет приятным делом, если вы начнете его с «Мастера». Звоните, приезжайте. Осень, пора подготовки к зиме и особенно жаркое время для автомобилистов. И на эту тему у меня даже есть несколько афоризмов. Прочла, что в семейном бюджете расходы на автомобиль играют такую же роль, как расходы на армию в некоторых государствах. Или вот еще, новая машина не может служить показателем того, сколько у вас денег, но может служить показателем того, сколько вы теперь должны. Ну, а женщины и вовсе согласятся, что порой их мужья уделяют так много внимания машине, сколько они не уделяют внимания
своей даме сердца. Кто из нас не любит получать подарки? В октябре в магазине «Гиперавто» при покупке комплекта шин дарим 2000 рублей, которыми покупатель может оплатить до 50% следующих своих покупок в ноябре и декабре. Также их можно потратить в автосервисе при магазине, например, на шиномонтаж и балансировку. Кроме этого, вам предложат замену всех жидкостей, ремонт ходовой части, стойки и амортизаторы «Каяба», купленные в «Гиперавто», заменят с 50% скидкой. А на запчасти фирмы «Машума» дается полная гарантия. Обслуживаюсь в этом магазине, в автосервисе, в этом не первый год. Качество очень устраивает. В принципе, без проблем всегда можно записаться и получить качественную услугу. Еще ни разу не подводили. 2 дня назад двигатели, масло поменяли. Все нормально. Сейчас в автомате меняю. Хорошо, быстро, качественно. Несезонную резину можно сдать на хранение в «Гиперавто», в шинный отель. Всего за 80 рублей в месяц за 1 единицу. И вам не нужно будет переводить колеса в салоне автомобиля до шиномонтажа и обратно. Все очень удобно. Позвонила по телефону, записалась к электрику. Нужно, записали. В нужное время подъезжаю без очереди, без всего. Очень удобно, хорошо. И карточка у меня. Все, что я приобретаю в магазине, скидочка у меня идет. Уже в ноябре «Гиперавто» готовит новый подарок автолюбителям. Купи аккумулятор и получи 1000 рублей при сдаче старого. Аккумуляторов в «Гиперавто» огромное множество, как и других необходимых вам и вашему автомобилю товаров и запчастей. Фрунзе 12/1. Магазин и автосервис «Гиперавто». Выгодно, удобно и надежно. Ну что же, мужчины любят автомобили. Женщины тоже любят автомобили. Но больше автомобилей они любят разве что хорошую обувь. Известный американский модельер Марк Джейкобс считает, есть женщины, которые делятся на высокие каблуки и балетки. Не в плане обуви, а как тип отношения к себе и к жизни. А вот австралийская писательница Камила Мортон как-то высказалась, хуже девушки в дешевой обуви может быть только девушка, которая не умеет носить каблуки. Что и говорить, действительно, женские ноги чувствуют себя счастливыми только в обувном магазине. Осень – не время для грусти, а повод переобуть ваши ножки в красивую комфортную обувь. И поможет вам в этом Центральный обувной. Уже 25 лет, независимо от кризисов и не теряя своего лица, он открывает двери для покупателей. Стабильность – главный козырь. Проверен временем не только коллектив магазина, но и поставщики обуви. Сапоги, ботинки, туфли поступают сюда исключительно с выставок обуви. Сертифицированный товар в основном российского производства пошит с учетом особенностей фигур наших женщин. На витринах магазина представлены модели с широкой голенью и большой полнотой. Модные сапожки цвета марсала или практичные черные на устойчивом каблуке, модельные ботильоны или ботиночки на толстой подошве. Почти 7 десятков видов обуви. Модницам предстоит поистине непростой выбор. Натуральная кожа и мех, качественная фурнитура и прочность изделий. И важно, все по доступным ценам. Линейка мужской обуви удовлетворит запрос и студента, и солидного джентльмена. Цветные кроссовки и ботинки выберет тот, кто любит активное передвижение. Комфорт классику предпочтет деловой человек. Дизайн для каждого и размерный ряд до 46-го. Трендов много, но только вы можете сделать верный выбор. Правильная обувь – ваше ежедневное удовольствие. Магазин «Центральный обувной», площадь Ленина, 4. Чтобы удобно ходить, обувь легкую носить, подарю тебе я стельки, чтобы жить и не тужить. Этот стишок я вспомнила не случайно, ведь с приходом холодов стелька может стать настоящим спасением, особенно ортопедическая. Она способна справиться со многими задачами – согреть, снизить нагрузку на суставы, а главное – даже предупредить развитие плоскостопия.
Салон «Ортомед» в городе Артеме – настоящая находка для спортсменов и обычных людей, которые заботятся о своем здоровье и фигуре. Здесь представлен огромный выбор высококачественных ортопедических товаров, которые предназначены как для лечения, так и профилактики различных заболеваний опорно-двигательного аппарата. Если вам знакомы чувства как боли, так и тяжесть в ногах после долгой ходьбы или активного отдыха, обратите внимание на ортопедические стельки. Кстати, перед подбором этого ортопедического изделия в салоне «Ортомед» проверят состояние ваших стоп с помощью специального аппарата «Плантоскоп». На нем видно, как распределяется нагрузка по стопе и признаки плоскостопия. Исходя из результатов, подберут ортопедические стельки, необходимые именно для вас. Основное их преимущество – это специальный каркас, который позволяет удерживать стопу в правильном положении, равномерно распределяет нагрузку по всей стопе и снимает ударную нагрузку с суставов. Кроме того, стельки имеют комфортное покрытие, оберегающее от мозолей и натоптышей. При заболеваниях позвоночника и суставов при пяточной шпоре такие изделия просто незаменимы. Стельки бывают разных видов. Бывают с жестким каркасом и довольно мягкие, специально для обуви с высоким каблуком. При подборе стелек всегда учитывается возраст покупателя, сопутствующие заболевания, например, заболевания суставов. Кстати, в салоне регулярно проводятся интересные акции, а для постоянных клиентов действуют выгодные скидки. Салон «Ортомед» расположен по адресу: город Артем, улица Кирова, 22. Вот и все, пожалуй, на сегодня. Осень – время года, когда люди должны почаще согревать друг друга словами, чувствами. И тогда никакие холода не будут вам страшны. И вообще, долой хандру. Пусть теперь осень проливает наши слезы, а мы будем только улыбаться. До свидания. Благодарим за помощь в организации съемок и ресторан «Атмосфера». Улица Фрунзе, 32А, телефон 6 15 30.